Сереж, ну, подведи итоги. Сложно, наверное, да, сейчас что-то? Сейчас эмоции перехлёстывают, как бы вышли в финал, наконец-то дождались. Как сказать, что Сибиряк будет играть в Лиге Чемпионов. Теперь нужно настроиться на финал, а далее вообще все силы, блин, что вчера, что сегодня. Сегодня еще тяжелее было, 10 раз, но за счет, думаю, характера, то, что пацаны все пластались, бились друг за друга, как мы и договаривались, это принесло итоговый результат и выход в финал. 2-3 горели, возрастная команда. Вот где во втором тайме искали силы? Все, и вы что? Говорите, возрастная команда. Какая возрастная команда? Где силы искали или просто в флоу? Погнал! Сила у нас вагонная маленькая тележка, как говорится. То, что, а то, что возраст, какой возраст? Играем, готовимся, нормально тренируемся и можно долго играть. Ну, при 2-3 все-таки долго, да, было? При 2-3, ну, что было? Была немножко паника какая-то, но потом в раздевалке посидели, поговорили там, что как будем действовать. Потом во второй тайм вышли, что-то какая-то опять паника, нам простили там 2-3 момента. А потом ребята завелись, Руся Красавец сравнял, а там уже вырвали победу. Скажи про свой гол, это что это были за финты? Победный. Нормальные финты, на себя, под себя удар гол. Хорошо, что все хорошо кончается.